День Победы в этом году ожидается грандиозный, в первую очередь по тематике мероприятий и количеству акций. В честь 70-летия в городе-госпитале решили немного поменять стандартную концепцию празднования и внести некоторые изменения. По мнению главы Сочи, этот день должен сплотить всех горожан. Возложение венков на полностью отреконструированном мемориале в завокзальном районе планируется на 8:30. Митинг «Реквием» там впервые будет транслироваться на больших экранах. В 10 утра от Зимнего театра стартует колонна бессмертного полка. В этом году ожидается 10 тысяч участников этой всероссийской акции. Финишируют они в Комсомольском сквере, который, кстати, к 9 мая предлагают переименовать. В городе нет памятника именно сочинцу, потому что есть памятник врачам во имя жизни, которые действительно ценой своей жизни оперировали, возвращали солдат в строй. И есть памятник или мемориал тем солдатам, они отовсюду были, из Сочи, но в основном не из Сочи, те, которые не выздоравливали у нас в госпиталях, и их там захоронили. А вот много сочинцев, а именно 17 тысяч, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Поэтому, на наш взгляд, что вот памятник солдату, участнику Великой Отечественной войны, сочинцу, он должен у нас появиться. С учетом того, что у нас в этом сквере уже несколько таких вот, значит, памятных мест, его можно и назвать сквер памяти. Это отмечает мэр, только предложение, которое будет вынесено на всеобщее обсуждение, и решение будет принято только в случае одобрения сочинцев. Особо учитываться будет мнение самих ветеранов и участников Великой Отечественной. Вместе с этим Анатолий Пахомов поручил довести до горожан и все изменения в программе празднования. Напомню, в этом году они пройдут не по традиционной схеме. Но самое главное, и большая работа проводится с самими ветеранами, блокадниками, участниками войны, трудового тыла. На каждого из имеющих отношение к Великой Отечественной, а на сегодняшний день их в Сочи 6 500, заведен так называемый паспорт потребностей. Состоит он из 18 позиций. Ремонт, улучшение жилищных условий, лекарства, продуктовые корзины. Героев обеспечат всем необходимым. Не обойдется и без крупных подарков. Еще раз, весь план мероприятий обсудят через неделю на расширенном заседании оргкомитета.